событиями наполнена эта земля. Каждая улочка... По массовой информации. Ребята с камерами, ребята с фотоаппаратами запечатлят этот момент. Это самая яркая, самая красивая площадь в России в данную секунду. Потому что мы с вами по-настоящему... 3, 2, 1! Зиверт! Кто сказал, что любить друзьям нет?
Спасибо. После себя вам в каждом сердечке, которое сегодня здесь находится на этой площади. Это одна. Желаю вам каждому сегодня классного продолжения вечера, но самое главное – классной жизни в целом. Сейчас потанцевать, как в последний раз. Вы обещаете? Друзья, с нас музыка, с вас жаркие танцы. Не халявим! Я за всеми наблюдаю. Давайте, мы хотим почувствовать вашу всю мощь вашей энергии. Поехали, это два туриста! Самыми теплыми и искренними пожеланиями каждому из вас. По любви, с любовью и во имя любви. Ваша маленькая хулиганка Зиверт. Спасибо. Видящие рук мои, будьте счастливы, будьте здоровы, любите родной город Пермь, стрелся в Пермь. Городской думы. От себя лично хочу поздравить всех пермяков с Днем города, с Днем России и, конечно же, с 300-летним юбилеем. Эта традиция встречаться здесь нам с вами в 0 часов была зарождена 10 лет назад нашим молодежным парламентом города Перми. И она прижилась. И это слава. Улица. Мы много планируем сделать еще впереди. Мы делаем наш любимый город комфортней и краше. Слушайте, не уходите никуда. Останьтесь, пожалуйста. Ребята, да искрю просто. Они ушли, потому что им готовятся. Пожалуйста. Творец! Спасибо от нашего партнера, компания «Метис». Да, мы их благодарим сегодня за поддержку этой инициативы. Ну, еще раз аплодисменты. Пожалуйста, все внимание на камеру. Вы большие молодцы.
Я не знаю, но в каждом уголку нашего города будут какие-то мероприятия. Огромное количество артистов будет выступать, поэтому следите. Обязательно следите и выкладывайте все, что происходит. Но на сегодня большое спасибо. Еще раз всех с праздником! Что делается?